мировому первенству готовится в России. Белые Олимпиады 2014 на минувшей неделе своеобразное состязание выиграли нижегородские ремесленники, а вместе с ними и семеновская матрешка. Теперь это официальный сувенир зимних игр в Сочи. В желтом платке и красном сарафане, плюс ко всему и с олимпийскими кольцами. Матрешка скоро появится в российских магазинах. Производство поставят на поток. Пока же на фабрике «Хохломская роспись» приступили к изготовлению первого образца – метровой игрушки. Экспертам Олимпийского комитета для ознакомления подготовят и другие сувениры. Знаменитой травкой расписывать будут, например, деревянные гири, боксерские перчатки, коньки и даже клюшки.